Жизнь, боль. Вот ты точно сегодня нарываешься, а? Вот это было красиво! Прям в лицо! Прям в лицо! Опа! Проезжай. Куда ты? Чё, не поедешь? Я бог РПГ! А мне просто всю машину искорёжили. Блядь! Опа! Так, а кто меня убит? Кто меня убит? Я убил! Ну всё, сука, блядь, где вот там? Чё-то я не понял. Макс, бери этот, как его, блин, РПГ или ракетную установку, не со снайперок. Ну со снайперок не интересно, ребят. Эй, спокойно. Бля, чё ты видел, машина влетает? Так, вот, а чё бандуар-то не умер, блядь? Не, я тебя своей тушкой прикрывал. Блядь, я ему... Он почти дохлый был. Чё за фигня? Блядь, ну ты чё? Блядь. Не понял. Не понял, блядь. Ирбис, посмотри, я в сети у тебя или нет? Я не знаю, сейчас кто-то, блядь, там это пиздец, сейчас кого-то затащит. А, тебя пробивают, ясно. Так. А, это я же, кто? Блядь, не от первого лица играю, я же забыл. Ну ладно, я и так его звали, в принципе. Спокойно, братишка. Sleepwell, какой бот. А, нет, ну да, может быть и бот. Блять, а где я? Кто я? Да не повезло, это тебе повезло. Ну это везение. Это называется машина, как можно повернуть. Подъезжаешь к ней, ты знаешь, такие есть, это, подыматель, блин, машин, блин, домкраты. Тоже поднимаешь, разворачиваешь на месте, и все. То же самое. Такую же, блядь, неповоротливую сделали машину, сука. Как и было, блядь. Не надо. А вот это, блядь, читачок, походу, был какой-то. Слышь, Вангуард? Так быстро бы ты не упал. Это не читачок, это подствол. Так быстро бы ты не ушел, блядь, и это заснял. Это ненормально. Даже, блядь, я ушел со своей пиздобратьей, так не делаю. Такой стрейф. Нихуя себе, блядь. Куда поехал? Блядь, на дальних дистанциях у вас шансов не очень много. Догони! Блядь. Где моя 50-ка? Машинка-то у меня прет, нормально. Ой, а чё? Бля, да, не люблю эту резьбу, короче. Ладно, я сейчас 50-очка сниму. Опа! Бля, сука, везет вам. Сука, везет вам. Ну. Не, это машина у меня тоже без понтова, но это буксует слишком много. Блядь, да где я, да ёбаный ты? Это-то? Не, у меня... Или на которой ты? А, ну да. Инцидент нервирует ездить за нами, а? И разгон у меня это маленький, то есть сначала у меня разгон маленький, по сравнению 120. Надо гонять, это 20. Полетел так красиво. Давай попробуем. Ну это хэдшот, даже ради интереса поехали. Сейчас возьму то 20. Ну мы с Максом пробовали, она догоняла. Конечно, она. У нее старт был беспонтовно, она потом догоняла, когда. Вы все одеты, я-то не одет, это понятное дело. Ну мы сейчас в аэропорту и проверим. Ну блин, спи спокойно, блядь. Сука, втащил, блядь, двоих нахуй. Как два пальца обосвать. Иди сюда, что ты прячешься, блядь? Русишка, зайка серенький. Макс всегда прячется. И замолчал. Чё замолчал? Ты видел, как я двоих тащил? Просто, блядь, вообще шикардос. Блядь, не тормози. Просто, только появился одному на и второму. И теперь двоих тащили тебе. Это, блядь, скилл на. О, чё, понял. На СГРУ зовёт, что ли? О, просто думал, есть. Блядь, тащу-то, а? Тащу-то как. 50-очкой, на, блядь. Чё такое, блядь? Повезло, ебать. Разве Т-20 быстрее этого? Я только поворачиваюсь, вижу сзади голый чувак, кирки без этого. О-о-о, все, приехал, блядь. Быстрее адера? Вижу, все. А, вот, вижу.
Вижу, Макс бежит, сейчас умрет. Адлер быстрее есть. Блять, там нет. Так, у меня какие-то проблемы с видеокартой. Да, ладно, да, здесь тепло, видно. Повезло. Не понял. Блять, ну ты видал, как я затащил двоих, блять? Вообще машина, шикарно, блять. Просто хаскил, блять. Опа! Опа! Как там, а? Эрика, Европа, да-да. Так, где он? Блять, я в копа стрелял. Ну ладно, ничего страшного, я вам помог. Копа убрал. Ну чё, блять? Боитесь, нахуй? Бойтесь. Бойтесь. Блять, а где вы? А, мне вот, кажется, блядь, всё-таки Адер быстрее будет. Чем Т-20. Подскользнулся, по крайней мере, так выглядело. Блять, ну я реально тащу. А ты сейчас снимаешь, нет? Против троих, блять, просто вообще на раз. Банши быстрее, если ее засадить в жопу, если этот глич не пофиксили. А так она не быстрее. Странно, вы... Чего втроём ты меня убить не можешь? Блять, я что-то не могу понять. Да, она просто быстрее тренирует. Я говорю сразу, я криворукий, поэтому только с... Пробовали, нихуя, догоняют Т-20. Ну мы пробовали, догоняли. 131 уровень, поэтому только 131, а не 400 какой там, как Андрей. Блять, я не могу так играть. Да тише ты, тише ты. Могу эту винтовку играть, могу, блять. Блять, где моя винтовка, ебать? Во, все. Я от первого лица не могу, что-то уметь. Тебя её носит вообще страшно. А, бежал и упал. Не прикольно как-то. Где они, блядь? Ну это да. А почему меня рядом с вами респануло? Очень странно. Ну это приручиться можно, конечно. А, есть, вот, конечно, еще быстрее. Блядь, я этот, пока разберусь, где вы. Ух ты, будет. Есть подсек. Она будет стоить 2 700 000. Не знаю, кто там будет стоить, я сейчас, блядь, нагнул нахуй всех. Но она, которая новая, хочешь сказать? Она выйдет. Гиперкар? Нагнать не удалось. Ну там гиперкар, обещаю. Убери меня, у меня с каждым счет, блядь, с тобой 6-4, 6-3 с этим, и еще там. 5. 6-4? Не, ну, Макс, вот этот, блядь, выстрелил. Блядь, выстрелил. Под вопросом, ладно, пусть не будет. Есть. Так, вообще ничего такого не будет. Блядь, ты видал, как я втащу, просто, блядь, втащу. 8-4, ребята, вы втроем прилетел. Подожди, вы втроем, а каждый из вас выигрывает максимум в 2 раза. И это я тащу троих, блядь. Ну, ты подумай, ты один, у тебя 3 цели. Мы втроем, у нас 1 цель. Так что втащить-то не получается. Слышите, блядь. Аэропортиков, блядь. То они открывают, то не открывают. Я просто нагибатор, блядь. Опа, опа, в голову. Опачки, да, как? Втыковка-то, блядь, разлетелась нахуй. Ты будешь прыгать? Ага, я нуб, блядь. Рассказывай сказки лохам на ночь, блядь. Я нуб. 400. Понял, да, Макс? Убивает людей, блядь. Ну это понятно. Ну, не людей. Людей мы не трогаем, это набор цифр. Я знаю. Аватары. Не, ну тут как, сейчас уже не один нолик единичка. В принципе, хотя сейчас же языки, блядь, сипутся, не ноль единичка. Тут так говорить нельзя. Что? Это раньше вот было, да, ноль единица, ну, а да, сейчас да, уже игры, это все-таки не ноль единица. Хотя... Так, где я, блядь? Ну, для меня это ноль единицы, да, я их с настоящим миром вообще никаким макаром не связываю. А вот некоторые вот только как то, что меня бесит, когда наезжают на девушку, когда матерятся на девушку, это вот вообще полностью, у меня все перегорает нахрен. Блядь, ну ты, Макс, визуальчик, а? Ух ты, вот сейчас я тебя прямо в макушку. Так, как его, Киргбис, давай создавай этот ОПГ, я к тебе присоединюсь и... Два на два счета. Вообще шикардос. Я их один затаскиваю, ну, вообще. Считай, давай, на трех. Я? Да, могу помогу. Да, 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 считай. Или там давай. Раз. Два. Три. Я один затаскиваю, ты, вообще. Ты не услышал? Просто, блядь, я их тащу, ты один. Ты не услышал? Ну давай, фальстарт. Португасы забили, прикольно. Я не смотрю футбол, мне футбол не нравится. Блять, а где они? Где враги? Враги. А дальше нам дальше. Сейчас я их, блять, найду и всех убью. А, чё я, блять, использую? Меня shift вертолет shift немножко нервирует. Блять, я думаю, чё я так медленно бегаю? Я shift использую, блять, shift нельзя использовать. Да? Три.
А чё, задержка что-то такое? Вангварда, блядь, или вангварда? Ладно, будешь брать Уманова. Убил. Да, сука! А если писать, смотри. Красиво было, красиво. Реально на последней секунде тяжелую вытащил и выстрелил. Это меня лагает, поэтому прикольно как бы так. Это скилл, блядь. Ага. Да так, как говорил мой старый друг, скилл не... Есть, блядь, на! Сука! Так, вот еще один. Ох ты, блядь, а? Ох ты, блядь! Давай, трипл килшот вообще будет просто. Это уже будет не то, что скилл, а будет супер скилл, блядь. Я не понял, вертолет по своим стреляет, что ли, нет? Я не понял другого, блядь. Где враги, блядь? Почему меня кто-то сбил? Хватит. Ну да, вертолёта налагает. Ну да, вертолётом было. Я же не смог прицелиться Максу в голову. Не, ну другим. А, кстати, Киргибис, вон ты Пендельфа искал, он вон напротив. Да похуй на него, я занят, блядь, от троих тут нагибаю, один, блядь. Ой. Блядь, чуть не стошнило в монитор. Так, Эдель, ладно, прости, после в другой раз. Посмотри, ну видишь, уже догоняет. Вот они хитрые, тебя. Они прячутся, вот блядь. Ну, может быть, не знаю, ладно. Я не знаю, кто... А, Макс, ты куда целишься? Блядь, я один из... Я помню, я это выложу, блядь, это... Её, да, кидает. Т-20 у неё... В этой только походе он задний привод. Скорее всего, поэтому и кидает так. Куда бежать-то? Т-20-то полноприводная. Справа, справа, поблизости. Блядь, копы, нахуй идите. Так, враги впереди, враги впереди. Сейчас буду нагибать. Опа! Мисс Ми! Мисс Ми! Блять, труп тумана валяется! Я копа валяю. Но меня не показалось, что ты не убил. А кто меня убил, ребят? Копы убили вангуард. Не. Копы убили. Нет, туман убил коп. Или Ситизен. Меня, да, похоже. Потому что я бежал, только добежал, только увидел, почему умер. Все так. И на этом, блять, жизнь закончилась. Пендаль, где я присоединился, походу. Опа! Во, как я? Как я? Красиво. Бегу. Ну что, готов умирать? Где вы, блядь? Зелененькие, блядь. Бежим. Че ты бежите, хуёв, бежите, блядь. Где это? Где эти пловцы в этих, как их? Ух ты, блядь. Сейчас я тебе в голову стрельну. Иди сюда. Прячешься опять, говнюк, а? Нет, Макс, я тебя тут не вижу. Тут у тебя преимущество. Реально не вижу. Блять, видеокарта не позволяет, монитор не позволяет мне увидеть тебя, не могу тебя стрелять. Блять, я Макса убил нахуй, блять, а теперь... Ох ты, на, девочка. На, коп. Где еще один? Где они, блять? Где этот полудохлый Макс? Блять, он же опять живой, его копы что ли вольнули? Ладно, я уберу копа, чтобы не мешать. Ах ты, он-то еще и в каске, блять, хитрая жопа. Ну чё, с туманом у меня 9-8, блядь. Ребята, вы... Бля, я вас нагинаю, ёпа. Один троих нагинает, пиздец, блядь. У меня где-то 15-9 с тобой. Ну, блядь, нагинаю, ёпа. Блядь, троих с таким счётом будет делать. Да, молодец. Скилл, блядь. Опа. Как дела, как здоровье? Да, точно, ты лагаешь, нормально так, Литвин. Ладно, хорошо. Смотрю, стоишь на месте, да. Остановился, жду тебя. Раз, смотрю, нет уже. Уже уехал куда-то. Ну, вот видишь, неприкольно, когда я лагаю. О, ты Макса завалил? Ты видишь, сайт Роксер что-то гонит. Хорошо, Макса подцепил. Ну, блядь, они что-то там делают. Походу, Макс какую-то хуйню носит. Или не носишь, пока Макс? Пока не сделают, блин, одного не будет. Я буду так налагать. Спи спокойно, так, блин. Даже Sleep well, хочу. Бро. Ну, блядь. Скилл, блядь. Опа! Как ты выжил, блядь, туман? Как ты выжил, блядь, туман? Сука, вот это было, это было, блядь, чит нахуй. Он был с половиной жизнью, я ему выстрелил 50-ку, и он выжил, блядь. Это есть на видео, все пиздец. Читер. Я очень. Так, кто там? Где вы? Где вы, зелененький? Идите сюда. Бегу. Дядя готов вас учить, блядь. Какая-то машина проехала. Опа! Да не, ну хуя, у вас нет шансов, блядь, по-любому.
блядь, кого-то вальнули. Не понял. Меня копы. Да. Жиза, блядь. Так, идет вангуард. Ну все, вангуард. Сейчас ты получишь маслину. Что, тяжело, да, когда первого лица играл? 15-6. Когда у меня копы со всех сторон, да, тяжело. 15-6. Я вас уделываю, бля, и вас. Все, это шедевральный бой. Подожди, реально. Какой у меня с тобой счет? 15-6. А у каждого свой счет плюс, почему-то. У меня стоит 10-18, поэтому я тоже не понимаю. Нет, 15-6, у меня все на записи, все есть. Кого я сколько раз убил, на я так, тебе отвечаю, вы... я говорю, я лохом буду, у меня стоит с тобой 10-18. Какая разница? Я троих нагинаю, я вообще должен был в каждый учет один, максимум два убитых, а я как минимум 6 каждого убил. Это нереально. Хочешь, я еще к ним добавлюсь? Посмотрим, ты будешь нагинать их или нет? Да я у всех нагну. А ну тогда это я уже будет позор в нашем лице. Это уже будет огромно. Давай, вот я Макса даже попал. Чего, четвером что ли на одного? Втроем. Да. А втроем? А говорите пятером тогда, чего пятером? Блять, выжил? Должен был подохнуть. Блять, я пощу. Выжил. Я говорю, я живучий, зараза. Сука, блять, где мой пистолет нахуй, а? Пистолет нахуй, а? Да бью хуя, мой фраг, блять. Все нахуй, не ебет. Твой, твой. Вот так вот. 16-4 с Максом. Да, с Максом тяжело, блять. Так, где моя снайперская винтовка тяжелая? Так, бежит в ангуард. Ну все. Сейчас я тебе, блять, маслину всажу в башку. Да ну нахуй, блядь. Чё, не убил? Как так? Так потому что я в другой стороне стою. Ну, блин. Опа, опа! Охрань, ты не стоишь около грузовика. Опа, блядь. Стань около грузовика. А кто это был передо мной? Не, ну это мне мешало. Назар? Вангуард. Блядь, ну это мешало, блядь, честно скажу. Ну ладно, бог. Ну, блядь, я только появляюсь, я хотя бы одного, один раз успеваю на кернич, кого-то, блядь, я не должен никого вообще на кернич. Должен умирать вот так, быстро и чётко. А нихуя, 18-6 с вангуардом, ха-ха, блядь. Да, Вирбис, я чё, тебе сука, помог, блядь? Я пиздец. Вот так вот, это скилл, блядь. Блядь, чё это было? Я блёну моего, твою мать. А, Киргибис, можно вопрос на засыпку? Ты сейчас снимаешь, нет? Конечно, блядь, это эпик, блядь. Или, блядь, блядь, один против двоих, нахуй, нагибает. Один нагибает сам. Не, просто это, у тебя сейчас не лагает, ничего, нормально? Нет, потому что у меня всегда, когда я снимал, он мне сразу FPS прадало, блин. А, да у меня на 30 FPS я не парюсь. Как показала практика видео, нормально. Это, блядь, ну, ладно, я буду использовать периодически 16 заряд, но имею право полностью. Так, их без меня атаки надо, не убивай, пожалуйста. Не убивай, пожалуйста. Блять, попадешь под горячую руку. Ну, а ФКш не было, конечно, не было. Тут главное просто. Так, ухожу. Бля, вот она прикольная, типа рампы. Так, достаем 50-очку, где моя 50-очка? Опа! Опа! Попал! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Нет, подожди, я уже был за стеной, ты не мог попасть. Попал. Эта тачка прикольно под кого-нибудь залазит. Какие чит-коды, я не читерю. Под инсургент, вот да под ладно, эту хрень тоже. Ладно, я верю. Я втерся ему в доверие, ребят. Некоторые убийства выглядят очень странно. Ну Макс вообще все время прячется, блядь, он честный игрок. Он трусишка. Макс, молодой. Ныкается, блядь. Так, я здесь. Опа! Опа, попал! Опа, попал! Видали? Скилл, бля. Блять, а чё мне все время отбрасывает какую-то жопу? Чё меня не может отбрасывать сразу к врагам? Чтобы я их убивал, карал, блядь. Блять, подожди, я стреляю. Блять, я такой пиздец. Ну ладно, ничего. Позор на мою молодую голову. Даже ни разу не попал. Так, вот оно, вот оно. Ну иди сюда. Сейчас я тебе, блядь, устрою Хиросиму, блядь, не Ярсаки. Опа! Ах, ты 16-ю взял, блядь, да не хуй, я тебе 50-ю валю. Блядь, повезло. Если б не Макс... Это не получилось, блядь. Окружаем, окружаем. Аккуратно, сзади тебя, Назар! Назар, ты же свалил, по-моему.
Умри один, умри второй, умри третий, блять, умри, блять, умри, три полки надо сделать, блять. Полки надо сделать, блять. А, Макса мы мусора убили, блять, так нечестно. Я его должен был убить, блять. Это был мой фраг, блять. Это был мой, блядь. Сука, мусора ебучие. Ну все, блять. Я зол. Да пиздец, сука, блять. Я думал сейчас как три полки, как хуйну. Что такое, блять? Кто моей машины прикрывается, блядь? Я знаю, они такие, блядь. Не прячутся. Потихоньку, помаленьку. Вот, блять, у меня теперь там свыше один машин. Легендарный, блять. Тройка, видал, я троих нагибаю вообще, блять, просто шикарно, блять. Топ урвапида. Не знаю насчет этого. Тринити, ты чё? Где Нео забыл? Димыч, не жги. Так, подожди, я никого не вижу. Слышь, а как это сюда уйти? Я не вижу никого, блять. Много стрелять. О, блять! Ух ты, блять! О, блять! Хэдшот нахуй! Привет, привет! Как жизнь? Вот тебя первый раз вижу. Давно я тебя уже не видел, тройка, блядь, чё ты не заходишь? Все себе, что ли? А, вот это тройка, понятно. Это есть тройка. Дунь, ты кого имеешь в виду? А где он, блядь, я чё-то не могу понять, не вижу никого. А, вот. Ох ты, блядь! Ох ты, блядь! Хэдшотик, блядь, от души. Душевно. Ха-ха-ха-ха. О, блядь! Как вы так появились? Вот это, блядь, нечестно, сука, эта игра виновата, нихуя. Нихуя не считается. Это мы тебя окружили просто в три пушки одновременно. Да, 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 да. Чё такое? Чё такое? А чё такое? Попасть не может. Всё, блядь. Это, сука, легендарное видео. Макс-то где? Макс на всем жопе мира, блин, убивает. Я просто... Блять, ну вот, вот редиска, а? Диска, а? О, опасный. Чё, опять Макс, что ли? Иди сюда, тоже опасен, я тебя тоже буду убивать. Иди сюда, блядь. Я тебя нагну, блядь, сейчас тоже. Я троих нагинаю, я тебя тоже нагну, блядь. На всех агрится, блядь. Да вообще, сегодня злой, блядь, пиздец, нахуй. Сейчас туман, блядь, огребёт. Это мой фраг, не убивайте копы тумана, это мой фраг, блядь. Я предлагаю таким раскладом просто пойти найти сессию и расхуярить её, блядь. Я сейчас вальну, все вот. Пиздец, уже... Нас как минимум 10 человек уже есть. Да я один троих валю, да нахуй, вообще, троих, блядь. Я не с вами, это точно. Ты еще ни разу троих не завалил, ты максимум двоих валил. Возьми просто я же двоих валил. Ты понимаешь, какой удар по вашей репутации? Понимаешь, какой удар по вашей репутации? Это равносильно, что... Ладно, не буду говорить ничего. Бывает. Макс, давайте за нас всех. Да, идите им, помогайте, а то они проигрывают, блядь, одному пацану, блядь, всех втроём, блядь. Так, Тумар. Блядь, умри, да умри, блядь, умри, умри, умри. Так, ты сейчас тоже умрёшь. Я бы помог, но я лагаю. Чёрт, повезло. Как тебя убивают сразу лаги? Как убиваем мы так читера сразу, блин, им просто везет, короче, реально везет. Блин, я уже не сижу, уже не смеюсь, я уже плачу просто. Блин, вот так, вот так, вот так, вот так, блядь. Повезло тебе. Просто не быстро. Да вообще тройка, я просто сегодня реально в ударе, я их просто рву, блядь. Я сделал два раза дубл килл, а не втроем, я двоих убил. Дважды так сделал, почти трипл килл был. Это, блядь, я просто, даже Макс Тейлор не настолько легендарный, насколько я теперь. Так, блядь, видео есть будет, в ближайшее время появится, блядь. Появится. Так что теперь Макс Тейлор больше не легендарный. Где он легендарным и не был никогда, вот я тебя умоляю. Я не знаю, где ты легендарный. Нет, Макс Тейлор хорошо стреляет. Блядь, Гидра своя? Нет, Тейлор хорошо стреляет. Это был опасен. Ну, он был опасен и перестал быть опасным. А опасен это сейчас что было? Блять, вот ты Макс, нормально управляешь, а как не знаешь. Управление. Управление говно, а пробел тоже с управлением связан? О! О! Тело! Так, а где враги? А, вот враги. Блять, как там сказал этот, блядь, задрот, как же его, блядь? Я говорю это, блядь, видео какое-то. Блядь.
Да, мне повезло. Блять, не повезло. Делал 4,5 удара в секунду, блядь, да? Блять, ты кто? Плохой? Ты не офигел, ли меня стреляешь, а? Я вообще даже не участвую в вашем разборе. Блять, я же не знаю, блядь, кто тут ездит, блядь. Это опасен, блядь. Опасен с другой стороны, неудобно. Надо, чтобы опасен тогда уже. Ну давай я просто встал, туда понес. Так, подожди, опасен что, опу, что ли? Да ты не понял, мы не то что охуели, мы, блядь, блядь, пиздец охуевший. Мы даже не то что охуели, мы опизденели, блядь. Блядь, это Литвит, ты что ж такое? Че, определиться не можешь, блядь, что? О, есть, вальнули. Так, тут не я вальнул тумана. Блядь, меня кто убил? Че происходит вообще, блядь? Что происходит вообще, блядь? Какой РПГ, блядь? Блин, алло? Опасен какой-то хуйню делает. Ему, похоже, по роже захотелось. Ну да, давайте пойдем просто хуярим какую-нибудь сессию, блядь. Пойдем, Лену, убьем. Вот тебе повезло, Вангуард, видел, труп упал, это должен был быть ты. А, это я, я его убил. Нифига, это я ему в башку. Не надо, не надо. Ладно, хорошо, не будем спорить потом на видео. Я нахуй галяю, опасен. Че, пошли какую-нибудь сессию нагибать? Да, сейчас, давай, короче, я пойду покурю. Есть прям пошел. Приду и решить, я думаю, до конца. Подождите себе. Все разом же на отсюда. Ты чё, первый раз что ли? А, тройка. Так. Кого там нагибать? Я иду сюда, блядь. О, всех понемножку. Через интернет так же, как дома выкупаешь, там же это найдешь. Так. Да хуй там угадал. Там это работа стоит 6 миллионов 150 тысяч. Не понял. А, РПГ. Ну это да. Тут я ничего не могу сделать. Да. Уходи, бля. Твоих. Что это за беготня такая, блядь? Так, это, наверное, как тройка, бывший читер, блядь. Слишком быстро двигается. Ну это просто у него видюху зашибело. Да не, ну. Нет, этот, Вангуард. Ну тройка также, он, короче, после читов. Двигается быстрее, чем я, и бегает. Это вот такая вот фигня была. Вот, есть такой момент. А где вы? Внизу? Ну давайте я сейчас сейчас я вниз упаду. А где вы? Блядь, что там это? Иди сюда. Смотри, как мужчина. Что ты там кидаешь-то? А? Так, выйди из пассивного режима, М нажми, вниз крутани, вверх как бы, и ты там увидишь, что выходить из режима. О! Убри. Тут я сзади постолько побежал еще. Пассивный режим. Пиздец, я раскрывал. А, офисы? Я забыл, где офисы. Слышал, где офисы были? Блять, я внизу, а вы наверху. Ладно, убью банкомат. Блин, да, тройка, у тебя же интернет есть, найди. Блин, заходишь, короче, это... Блять, я куда... Движимся, и там сразу сайт такой посередине был. Че это за мальчик там такой? Заопасен, блять.
Слышь ты, бля, опасный, бля. Ты где там, нахуй? Иди сюда, ёба. Сейчас мы тебе пасть тебе порвем, нахуй. Опасен, вот он эти... так против троих, ты чё, офигел, да? А, блядь, меня сбили. Ну все, Туман, я тебя вижу, блядь, и пиздец. Погоди, погоди, Киргиби, сейчас продолжим. Не трогай меня пока что. Есть такая профессия, лохов убивать. Так именно мы ей сейчас занимаемся. Лохов убивают. Да нихуя, ебана. Вы чё, хуели, что ли, блядь? Как ты, блядь, ушел нахуй от шестиствольного пулемета? Чё ты мне тут сказки рассказываешь, блядь? Ты чё, матрицу не смотрел? Кому, мне, что ли? Ир... Читеры, блядь! Идите сюда, блядь. Я вас не боюсь. Всех убью нахуй. Где ты там? Чё ты, беги, Форест, беги, блядь! Форест, беги, блядь! Умри, блядь, это мой был, я, блядь, твою мать. Ну чё, пойдем в сессию-то другую или как? Да присоединяйся к ним, блядь, им помощь нужна. Помощь нужна. Блядь, я не вижу его. Блядь, всё. Чёрт. Да, сейчас посмотрим. А у нас ночь началась, да? Присоединиться, может. 27-10. А чё, нормальный результат. Вообще шикарно. Если бы он еще читы не юзал, был вообще... О, блядь! У нас здесь опасен этот, блядь. Где-то там, блядь, опасен. Ой, пол, я не знаю, его надо было убить? Надо было. Он какой-то странный. Это... Дайте я его тоже убью один раз. Где он там, блядь? Шароебится. За компанию ходишь. Блядь, попал? Попал? Да ладно, блядь. Ну, сука, черный, блядь, галимом, блядь. Я уже плохо вижу, нахуй. Плохо вижу. Ночь началась, давайте прервемся, потому что на ночь я действительно, я... Так-то она показывает, а я на мониторе вас уже не вижу. Даже когда вы, блядь, раздеты. А короче, пошли в другую сессию, все. Джеронимо, блядь! Опять ебало. Почему все время ебало на асфальте? Я не могу понять, почему ебало на асфальте? Ух ты, Пендель там людей кромкает. Но а, он спину стреляет, спину стреляет. А, где друг? Где опасен, блядь? Да, пошел искать сессию, приглашу еще. Да, да, еще, еще. Ты, блядь, разберешь только свой рот, блядь. Когда в него влетит РПГ моя. А друг Пендер? Пендер. Слышите, ребят? Чей друг Пендер? Ничей. Ничей. Ничей, но он нас вроде не трогает, он... Не, не, стреляет какой. Спи спокойно, мальчик. Я его не трогал. Таких, как ты, я просто, блядь, на закуску хуячу. Да, что-то, блядь, опасно все время убирает. Ну, конечно, в спину, как говорил Владимир Владимирович, выстрел в спину, блядь. Сука. Ха-ха, блядь. Так, ой. Я под какую-то корыто, блядь, упал. Что такое? Че, Ирбис, говорит, тебе помочь или как? Да я всех завалю сам, ты че, я там всех валю. Уверен? Если я к ним присоединюсь, ты завалишь? Да, блядь, всех вас завалю, хоть пятерых, хоть весь сервер, блядь. Давай, ну все, я к ним присоединяюсь тогда. Так, теперь будет у меня 4, блядь. К нам присоединиться невозможно, мы элита. Да уж, конечно, какая мы элита-то. Не смеши меня. Тише. Ё, блядь, чё это за беготня такая, блядь? Я говорил, ночью не стреляемся. Нет? А, ну ладно. Не, он вроде к вам хотел, блядь. Давно не виделись. Так. О, опасен, блядь, свет, мальчик. Нифига себе, меня убил, блядь. 4 раза, хотя убил реально всего 2 раза. Не понял. А я тебе про что толкую? What the fuck, блядь? Меня какой-то нуб убил. Прям в башку, блядь. Говорю, хрень какая-то, потому что у меня же тоже последний высота. Ураном был. Он меня убивает, мне 8.32. Помнишь, я тебе говорил? Ты что думал, я просто Андрей. Так говорил, что ли? Андрей, Вангард.
Так я не Андрей. Ой, блядь. Назад. Не убей нахуй, блядь, бабу. О, опасен, бед лошонок. Назад, да? Да, да. Да, 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 правильно. Назар, помоги мне сделать гелик. Я нашел ту миссию. Ну, ты не едешь, люди стреляются. А? Я говорю, стреляюсь, заняты. Ну, хорошо так, когда освободишься. Ну, мы ограбление как бы проходить, дальше мы не... Нубас приглашает на свой дело, слышите, ребята. Когда? Да, я вижу Нубас. Ну что, пойдем к Нубасу? Пошли. Андрей, это что-то слово. А, тройка, да, теперь смотри. Сейф можно положить ненужное оружие. То есть, как я каждый раз теперь выбрасывать не надо. Просто положил и все. Которое тебе не нужно. Да, наконец-то сделали эту фигню, пускай это. Да, прям туда положил навсегда и все. И когда ну, а мы с тобой не договаривались. С тем оружием, которое тебе нужно, и все. Где этот пидор опасен, блядь? Опять наверху лошара, блядь. Так, Андрей, ограбления нет же. А, это пендер, блядь. Да слышишь, блядь, пендер, блядь, носится странный веник. Нихуя себе, блядь. Чё, чё, блядь, сервер этих, блядь, крутых, что ли, ебать? Нихуй. 32.5, пиздец. Блин, назад. Назад. Принимай в стиме, я с конфуз остал. А. Где там этот опасен, блядь? Где там опасность? Блядь. Ну ладно. Вот так вот, Макс, тебя и завалили, блядь, пока ты вот. Я, блядь, видишь, я тебя завалил, блядь, этот хитрожопый, блядь, опасен. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, давай, это Пендальф, блядь. Я Пендальфа не убил? Я ж убил, тварь. Высокозасадную, блядь. Где ты, сука, блядь? И сюда, нахуй. Ладно, хорошо. 50-ка тебя возьмет. На, блядь. Вот так вот, сука. Чувствуется скилл. Ну чё, к Нубасу идем, нет? Так и будет в сейфе, да. Теперь сделали по-человечески все. Как выложил, там оно осталось. Слава богу, долго ждали. Да, я уже задолбался это дерьмо выбрасывать. Сколько раз я только из-за этого погибал, блин, сел в машину и крутишь на колесо. Да, вот это реально, блядь, выложил все это дерьмо ебаное, блядь. И нормально играешь, блядь. И нагибаешь, сука, нагибаешь, блядь. Как я сегодня нагнул. Я красавчик, просто красавчик. Это факт. Никто так людей не нагибал. Ой, это кто там проехал? Все, тебе медаль сейчас выдадим. А кто ты такой, блядь, на машине мимо проехал? Я что-то выстрелил, случайно попал. Ты не попал меня. Не понял, не попал тебя. Не боись, братиш, мы выстрелили больше. Ладно, чё, мы идем к Нубасу или мы продолжаем, блядь, разговор? Нет, ну, просто... если он ждет, так пошли к нему. Пойдем, да, то что-то вас нагибает. Вы идите, а вас... я на сегодня все, что-то мне спать надо, завтра на работу. Согласен, в принципе, такая же хуйня. Да, давайте до завтра, да, наверное. Все, бог.